добрый день. Ну, кому как удобно. Давайте мы встанем на наши ноги и призовем имя Господа на это место. Будем прославлять Его, будем петь Ему и славить Господа. Вы знаете, Богу нравится, когда мы поем Ему. Богу нравится, когда мы поем, славим, говорим о Нем. И просто все наши мысли, все сосредоточено к Нему. Слава Господу, это здорово. Господь наш Бог великий, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя. Спасибо Тебе за сегодняшний день. Спасибо Тебе, Бог наш, что мы живы, здоровы сегодня здесь. И мы можем, Господь, стоять на этом месте и прославлять Твое имя. Господь наш Бог, Ты достоин всей славы. Ты один достоин всей чести, хвалы и поклонения. И мы, Господь, сегодня хотим прославлять Тебя. Мы хотим сегодня петь имени Твоему. И мы хотим, Господь, чтобы вновь приблизиться к Тебе, Господь Божий. Чтобы Ты нам еще открылся, Господь Божий. И показал, и явил свою славу, Господь Бог мой. Спасибо Тебе, Боже, за милость Твою, которая обновляется с каждым днем. Спасибо Тебе, Бог, на что мы помилованы Тобою, Господь Иисус. Слава Тебе, хвала, Господь наш. Прими, Господь, славословие народа своего. Прими уст хвалы народа Твоего, Господь наш Иисус. Спасибо Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. На землю.
крепость моя ищи. На тебя уповало сердце мое. И давайте все вместе, только ты, Господь. Только ты, Господь, упование мое. Крепость моя ищи. На тебя уповало сердце мое. И ты услышал меня. Руки свои к небу возношу, чтобы прославить тебя. Руки свои к небу возношу, Господь мой, чтобы прославить тебя. Руки свои к небу возношу. Тебя, Иисус Христос, чтобы Ты был всегда основанием нашей жизни, чтобы мы только на Тебя уповали, Боже, потому что уповающий на Тебя не постыдится вовек. Слава Тебе, Иисус! Наполни наши сердца миром, любовью. Господи, я прошу у Тебя, чтобы мы всегда находили покой в Твоем присутствии, чтобы мы не искали его где-то или в ком-то, Господи. Потому что Ты есть источник радости, источник утешения, Иисус дорогой. Благослови каждое сердце. Духом Твоим святым я прошу у Тебя, прикоснись, исцели раны Божие. Я прошу у Тебя, пусть придет утешение и исцеление. Мы нуждаемся в Тебе и будем прославлять Тебя, великий Бог. Жил в уста мои новую песнь.
мне утешаться тобою, мой Бог. Только Ты, Господь, моя сила и щит. Ты вложил в уста мои новую песнь. Ты один крепость жизни моей. Ты один крепость жизни моей, Иисус. Мы сегодня, Господь, прославляем Твое святое имя на этом месте. Бог наш великий, Тебе за все слава, Иисус. Спасибо Тебе, Бог наш, за все Твои дары, за все Твои щедроты, за заботу и любовь Твою к нам, Господь. Мы благодарны Тебе, Бог наш. Благослови нас сегодня, благослови Словом Своим, Господь, прошу Тебя, Бог мой. И, Господь, прошу Тебя, помоги нам приготовить наши сердца, наши уши, Господь, для того, чтобы Ты мог говорить в них, чтобы Ты мог, Господь, говорить в нашу жизнь, Господь, в наши проблемы, Господь, в наши трудности, Господь, чтобы Ты мог проговорить, Господь, Бог мой, чтобы могли принять то слово, которое Ты хочешь нам сказать, и не отстучали наших сердец, Господь наш. Спасибо Тебе, Боже великий, мы благодарны Тебе, и это время, Господь, мы сегодня доверяем в Твои любящие руки, Тебя благодарим, Отца, Сына, Святого Духа, аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Господу. Поприветствуй своего соседа слева, справа, сзади, спереди. Пожелай что-нибудь доброго. Благослови его.
Здравствуйте, дорогая церковь. Очень приятно, что знакомые лица здесь. Стабильность – признак мастерства, говорят. Кто ходит стабильно на служение, тот уже может считать себя, что он мастер. Знаете, сегодня спал и просыпался. Снится сон, и в этот момент меня будет жена. Я вспоминаю, что мне снилось, вот прям вот перед тем самым моментом проснулась. Один из братьев из старших, я его как бы встретил в магазине, во сне это происходит, и он подзывает меня, ну, я еще вроде как с кем-то не помню, он подзывает, пойдем, он уже епископом является, он пойдем, есть что сказать. Заводит меня в комнату, и там сидят братья, и он говорит: мы покупаем, а они приходят и воруют. Я думаю, вот для чего такое, что ты сказал? Думаю, как так, на служении слушал, но ничего вроде не словил. Сейчас вот готовился к проповеди, мне звонят и сообщают, что моя соседка, она была во Христе одно время и отошла от Бога, периодически приходила, уходила, и вот так ее мотала, и последние вот буквально 4 дня назад она со своим сожителем укололась, и оба получили передозировку. Он оклемался сразу, а ее увезли в коме, и вот по прошествии там 4-5 дней мне вот сейчас позвонили, сказали, что она умерла. Лена Денисова, может, кто-то помнит ее. Такая, я ее помню с детства, она такая маленькая была все время, ну, как бы, она там на 3 или на 4 года младше меня, и как бы я ее помню, такой вот всегда маленькая, заводная такая, она все время это. И последний раз я ее видел месяцев 4-5 назад, остановился, и говорю ей: Лен, привет. Она: о, привет, там, ты говорит много. Я говорю: ну а что ты, когда? Она: ну не начинай, ты же знаешь, я все знаю, ну не начинай. И так неприятно, типа, ну вот эти все вещи, ты же знаешь, я все понимаю, ну вот как-то что-то, не говори только мне ничего про это, я все знаю, когда надо будет, я приду. Я говорю: ну ладно, смотри, это твой выбор. И такая происходит, и в шоке, и там ребенок остался один, как бы, и вот такое состояние непонятное. И я уже понял, для чего мне это было сказано, потому что, ну, мы их действительно покупаем, платим, как Господь заплатил кровью своей, выкупил нас, наши жизни. Ну а дьявол, он приходит, чтобы украсть, не просто украсть, а чтобы украсть, убить и погубить. Убить физически и погубить это духовно. Это момент, когда, ну, человеку безвозвратно. Я как человек, мне хочется очень верить, что вот эти 4 дня, может быть, в коме она когда находилась, может быть, говорят, ну я не знаю, насколько это верно, правда, нет, говорят, что, ну, разум человеческий соображает, да, вроде как говорят, что выходят, что-то видели они там, что-то это. Я верю, что Бог, может быть, ей дал на момент вот это вот покаяние искреннего, может быть, какое-то есть подсознательное состояние, может, она примирилась с Богом. Хотелось бы верить, но даже вот этого в коме попасть не каждому дано. Написано: думаешь, что стоишь, бойся, чтобы не упасть. То думает, что стоит, ну, надо, чтобы всегда быть, бодрствовать и не заигрывать с вот этими вещами духовными. И всегда помнить, за что, чем мы искуплены и как, и что мы действительно искуплены драгоценной кровью. Готовил проповедь, может быть, она вам пригодится в вашей жизни, много с реабилитацией, да. Проповедь неоднозначная, не каждый понимает таких вещей, что существует духовный мир, понимаете, да? Существует духовный мир. Как в духовном мире существует два вида духовности: от Бога и не от Бога. То есть идет война, там, борьба добра и зла, да, такой момент. И я, когда был маленький, на 2-3 года мне, может быть, было, у нас жила бабушка, соседка по соседству, и к ней все ходили там постоянно, люди приходили.
И пришло, ну, проблемы в нашу семью. Я маленький был, у меня появилась пуповая грыжа. И бабушку, мама, ну, без зазрения совести, потому что она не знает, что происходит. Все ходят туда, она ведет меня туда, к бабушке, к этой. И бабушка что-то там производит. И мне вроде 3 года, но я до сих пор помню, что она там что-то переливала у меня над головой, что-то какие-то осуществляла манипуляции. И, о чудо, моя грыжа прошла. То есть вы понимаете, да, что в сказках описывается чудеса и колдовство, и что они имеют определенную силу. У меня один знакомый был зависим от алкоголя очень сильно. И его сводили к одному. Сейчас, знаете, раньше были колдуны и прочие гадатели, которых было можно отличить. Они имели определенную одежду, да, как-то там эти звездочеты, там шапки, там они как-то. Но и сейчас он имел зависимость, его повели к экстрасенсу кодировать. Лет, как там не выговоришь, какое-то программирование, чтобы человека запрограммировать, то, чтобы он не пил. И его чудо, 6 или 7 лет он не употреблял алкоголь. Явилось вот этот экстрасенс, так называемый, да, экстра, понимаете, да, что это такое? Экстрасенс — это вот это экстра, соль, да, экстра. Слышали, да? Почему экстра? Ну, что-то вот такое, да, то есть существует в духовном мире силы, так называемая оккультизм. Это те силы, которые мы не можем объяснить, оккультные. Они имеют силу и они имеют возможность влиять на человека. То есть можно получить исцеление, можно получить какое-то благословение, то есть финансовые какие-то вопросы решить. Можно даже приобрести человека какими-то путями неправедными, чтобы повлиять на него, влияние оказать. В духовном мире эти вещи есть. И есть вещи от Бога, которые происходят, да, исцеления, есть которые от людей. И вот эти экстрасенсы, они сейчас, их не отличишь. Вот такой же дяденька, может быть, стоит, в костюмчике, одеты, и не поймешь, от Бога он, не от Бога. Ветхие времена, цари, они имели у себя пророков. Множество пророков, там, помните, 4000 дубравных, там, 2000 таких. И они вот окружали себя вот этими вещами духовными и имели пророков от Бога. То есть одни говорили одно, другие говорили другое, третье. Но их можно было отличить, потому что пророки от Бога, они говорили правду, а пророки не от Бога, они говорили то, что удобно было царю. И множество там пророчеств, которые неприятны были царям, и они оканчивались плачевно для Бога. И мы давайте посмотрим, что пишет нам, говорит нам Писание о том, как мы должны различать, что и как мы должны поступать с этим. Давайте начнем с первого места. Это Второзаконие, 18 глава, 10-12 стих. Это обращение к израильскому народу, да, к народу Божьему, который уже имеет отношение с Богом, и Бог проговаривает вот так. Не должно находиться у тебя проводящих сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародеи, обаятели, вызывающие духов, волшебники и вопрошающие мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. Из-за сии этой мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего. То есть происходит определенная ситуация. Кажется, все понятно, да? Кто такие прорицатели, знаете? Прорицатели — это кто что-то говорит, а оно потом вроде как исполняется. Гадатели. Ну, гадатели, да, такая вещь, гадают. Гадал кто-нибудь, нет, когда-нибудь?
Гадание, оно само слово по себе подразумевает. Угадал, не угадал. Сказал, угадал, не сказал, сказал, не угадал. Вроде так, да? Ворожея. Это вот эти бабушки, которые ворожат что-то, пытаются в духовном мире какими-то информационными вот этими словами вкласть какой-то определенный смысл. Чародеи и обаятели, ну это примерно одно и то же, которые слышали, да, что попадают под влияние. Люди хотят иметь отношения с девушкой или с мужчиной, и эти чары, обаяния, ну не своим путем, да, каким-то, а под влиянием духовных вещей, чтобы этот человек принадлежал мне, жена там или мужа. И много таких семей создается. Вызывающие духов, знаете кто? Ну и вопрошающие мертвых, это примерно одно и то же. Это кто обращается в духовный мир за определенной информацией. Или к мертвым, помните раньше, вызываем дух Владимира Ильича Ленина, почему-то у меня первым в пионерском лагере, что у меня вспомнилось, так это мы почему-то вызывали Ленина. Хотели, наверное, что-то, чтобы он нам про коммунизм сказал. В чем смысл? Оказывается, смысл в Иисусе Христе, а не в Ленине. И вот это вроде как бы все понятно, да? А вот проводящий сына своего через огонь и дочь, кто такие, знаете? В этом весь заключается смысл, потому что оно написано впереди. Это те люди, которые занимались язычеством, которые приносили жертву и жертву своих детей. То есть это была мерзость перед Богом. И предупреждал, чтобы языческие вот эти вот вещи, они не замешивались в народе Божьем, не было. Вот те, кто приносили жертву детей, тех нельзя было. Своих даже приносили детей, и там даже есть определенный бог, которому нужно было принести младенца. Там, это бог, отвечающий там, за плодородие, за хорошую погоду, там такие вещи в язычестве. И нужно было принести в жертву там, своего ребенка или там, ребенка выбрать из народа и убить его. Но бог говорит, чтобы не было такого у нас. Говоря об язычестве, в Иеремии 10 главе написано 2-3 стих. Так говорит Господь: не учитесь путями язычников и не страшитесь знамений небесных, которые язычники стращатся, ибо уставы народов пустота. Вот здесь до этого момента. То есть определенные моменты, вот эта экстрасенсорика, она имеет на нас власть, потому что мы вышли из язычества. И мы к ним относимся, как бы к этим вещам, мы отдаем определенную цену. Мы обращаем на это внимание. Ну, Господь Бог говорит, что ну, не может влиять на нас то, что на нас не влияет, потому что мы находимся под законом Божьим, и все, что не от Бога, оно на нас не может влиять. Или может влиять, но когда мы отступаем от Бога. То есть Аида пела песню с сестрами, да, «Господь – скала наша». Что такое скала и как у нее? Кто-то был в горах, нет? Был в горах, да? Где лучше находиться? Вы знаете, что если встать перед горой, то все дожди, все ветра, они будут на тебе. Но если ты находишься в пещере, в горе, да? Внутри, во Христе, то ветра не дуют, дождь не попадает. И либо ты за Христом, за горой, за скалой находишься ты, тогда ветер, он ну, обходит тебя со сторонами, и тучки, они выливаются здесь, за гору не поднимаются. Там вот обычно оазисы где-то в этих местах горных, где за гора, где преимущественно ветра. Я был в Хакасии, там очень интересно, да, гора стоит с одной стороны подветренной, мраморная, отшлифованная, как памятник, знаете, прям мрамор отшлифован.
А с другой стороны горы, деревца растут. Не деревца, а сосны такие высокие-высокие. И там благодать, знаете, прям. Здесь ветер, мощь, скала стоит, ей ничего не делается, она только от этого красивее становится. Мрамор отшлифованный, да. А с той стороны вот эти сосны, кедры и вот эта красота, и там земелька такая, и все. И самая благодать, да, находится. И если мы находимся во Христе, то оккультные вещи, они не имеют на нас влияния. Они не могут повлиять на нас. Знаете, что даже проклясть верующего человека нельзя. Вернее, можно, если он не поступает по уставам Божьим. Знаете, как нужно поступать, когда вас проклинают? Нужно просто это проклятие разрушить тем, что мы его благословляем, того человека, который нас проклинает. Вот это вот информационное поле, да, вот это, Бог сам написано, что он слово, да, а слово под собой что подразумевает? Вот я сейчас что сделаю? Вот много говорю, пытаюсь, а что я сделать? Донести определенную информацию, да? Слово – это определенная информация. Слово – сам Бог, и оно, информация в этом слове, что Бог. То есть все в Боге. Если мы это понимаем, и на проклятие людей мы их благословляем, и говорим, что пусть Господь тебя благословит, и все прочее, это проклятие разрушается, и в начале моего христианского пути я убедился на этом, мы ехали с братьями, куда-то торопились, а полная машина у нас народу была, и водитель что-то засмотрелся, заговорились, и раз он на пешеходном, бабушка там, он жук ее раз прям, ну, останавливаться, потому что не было смысла, он там убился бы сам, и нас бы убил, он эту бабушку раз-раз объехал. И он, я понимаю, что он в шоке, и мы поворачиваем голову все одновременно и смотрим, эта бабушка нам след что-то там, ту-ту-ту-ту-ту, и такая пауза повисает. И я говорю просто так, вот это поле информационное, вот это где духовный мир, борьба идет, да, я говорю, бабушка, пусть вас Господь благословит. Она, может быть, этого не слышала, но то, что слышали это братья, и сразу так, все так засмеялись дружно, и все это проклятие на нас, оно не имело никакого влияния. Я это понял, и братья это ощутили, вот эта вот вещь, когда Бог разрушает вот эти проклятия. Ну вот, давайте еще прочитаем Исаия, 8 глава. Как нужно поступать. Девятнадцатый, двадцатый стих. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивает ли у мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровениям, если они не говорят, как это слово, то нет в них света». То есть, если Бог не говорит, то что нам может, нам, кто нам может что-то сказать, что-то, ну, направить нас на какие-то пути, как-то сделать. И есть еще моменты, да, существует, кроме оккультизма, еще такое понятие, как суеверие. Что такое суеверие? Верие знаю, а суе что? Все суета свет, да, Соломон говорил? Все суета свет. Суеверие – это то, что нас отвлекает от истинной веры. Запомните. Суеверие – это все то, что нас отвлекает от истинной веры. Какие бывают суеверия? Кошка. А почему именно вот кошка черная? Вы задумывались о вот эти? Ну, это одно из видов суеверия, это приметы. Это приметы. Вы говорите, черная кошка дорогу перебежала. Почему оно такое появилось, суеверие? Как вы думаете? Да нет, ну я думаю, что здесь все просто. Черный цвет, он как бы осуществляет с собой определенный негатив.
ну, похороны, да, черные, там все такие вещи, траур, какие-то вещи. И человек подсознательно, он пытается обратить на это внимание, да. И у меня у папы, папа работал на КРАЗе, и у него был трал, на нем там около 30 колес, это та машина, которая трактора возит большие, у нее много-много колес. И он мне рассказывал историю, я до сих пор помню. Он говорит, никогда не останавливался, кошка дорогу перебегала, никогда не останавливался. То взял, остановился, очень сложно на этом, ну представьте, там такая махина, было развернуться, поехал по другой улице, 4 колеса проколол на трале, а там проблема-то все в том, что колеса, там их много, по 6 в каждом ряду, то есть с одной стороны 6, в одном ряду, в 6 в другом, и сзади там по 6, по-моему, ну что-то такое, там колес, и они все в центре были, а там пока колесо одно не снимешь, другое там, третье, там много очень болтов, футорок так называемых, очень много было разбито, и вот у него в обратную сторону эта примета сработала. Кто-то еще знает какие-то приметы? По поводу чего? Соль. Как вы думаете, почему говорят, что когда просыпешь соль, это к проблеме? Я вам как бывший наркоман скажу. Больше проблем возникает, когда рассыпешь героин, потому что он очень дорого стоит. И ты столько о себе узнаешь, когда ты его рассыпешь, о всех друзьях, которые были. Соль в определенное время, ну, сейчас тут транспортная инфраструктура развита, да, и она, соль, из-за того, что ее можно привезти быстро, она не имеет большой цены. А раньше, чтобы соль нужно было привезти, нужно было лошадочку запрести и проехать там 2000 километров, чтобы в Омск привезти соль. На лошадочке, то ли на поезде, раз закинул там вагонами, пришли и все тут мы купили. А соответственно, эту лошадочку надо кормить, соответственно, надо человеку заплатить, который это. И цена ее возрастала, соли большая. И любой хозяин дома, когда его в доме просыпалась соль, что он делал? Ну, тебе плохо от этого будет, так же, как и с героином, да? Я такой пример, может быть, не очень хороший, но это мой жизненный пример. Еще есть приметы какие-нибудь? Что? Возвращаться. Ну давайте подумаем, почему возвращаться плохо? А? А почему плохая примета? Ну потому что человек неуверенный в себе, то есть он вернулся и неуверенный в себе, то что он что-то забыл, он подсознательно уже идя на какое-то, ну то есть он куда-то пошел и вернулся, и он ну, начинает как бы, как правильно сказать, менжеваться, да, и то, что он уже, что, растерянный, да, я думаю, что, да, он уже подсознательно себе закладывает определенные вещи в этом, и как бы уже неуверенность, и возвращаясь, он пытается свою неуверенность компенсировать тем, что он не вернулся, значит, все у него сейчас будет хорошо, а он уже забыл, он, значит, уже где-то что-то, где-то суетит, лишние вещи, какие-то движения делает. Ну, одну примету я скажу, как до меня это дошло. Я был маленький, у меня бабушка жила в частном доме, и я забегал как-то с улицы, и тут фляга стояла, знаете, да, воду в флягах возили раньше. Не из крана вода бежала, надо было на колонку съездить с флягой, воды набрать. И она вот здесь стояла. Я хотел сесть на флягу, и она говорит, на флягу садиться нельзя. Ну и определенное время прошло, и там уже кто-то другой, я уже подрос, и дети какие-то другие, и я им говорю, там они забежали с улицы, я говорю, на флягу садиться нельзя. Они, почему? Я говорю, плохая примета. Бабушка такая на меня посмотрела, я говорю, ну ты же сама говорила, она говорит, в смысле говорила? Почему? Кто тебе сказал? К чему это ведет? Я говорю, ну ты сказала, что на флягу садиться нельзя. Она мне, знаете, как объяснила, в чем причина, почему нельзя садиться на флягу. Потому что в своих штанишках я сажусь везде, где попало. А тем более, когда мальчишка, да, там штаны грязные постоянно, сел. А ковшичек где обычно стоит? А? На фляге, на крышке, на которую я хотел сесть.
А потом этот ковшичек куда опускают? Во флягу. То есть эту грязь туда, во флягу, и как, чтобы ну, были определенные санитария, она мне говорит, ну на флягу садиться нельзя. И я вот преданием тут, как написано, старцев, да, определенным, закладываю духовный смысл. Вот в эту примету я заклал духовный смысл. И если я эту примету начинаю передавать своим детям, то в ней смысл уже, а если они еще своим детям, то смысл вот так можно только гадательно избирать. Соль, стол. Почему со стола нельзя крошки сметать рукой? Да потому что не столешницы раньше были, а доска была не струганная. Раз стол сделали, ну и давайте проведите по ней рукой. Что тебе грозит? Ну, заноза грозит. Конечно, руками не сметали. Тряпочку раз-раз смели. Куча примет, куча. Ну, стоит только задуматься и вложить смысл. Сейчас как спортсмены поступают, уже не зная даже, как работать, да, там, ну, вот эти приметы работают. Они пытаются там, футболистов гетры такие носки здоровые. Я слышал, там, он говорит, надо с левого начинать или с правого. Я в шоке, говорю, а какая разница? Ну, не, так и не додумался. Зато додумался об одной примете. Говорят, встал, не стой, ноги. Как она может быть связана? Ну, вы представляете, да? Кровать свою представьте. Ну, если только не женаты, вот такие. Вот у меня вот буквально 2 года назад появилась такая кровать, что мы можем с обоих сторон с женой встать. Ее поставили двухсторонне. А обычно кровать как стоит? К стеночке. Чтобы встать, вот я, допустим, сейчас лягу, да, вот сюда, чтобы мне встать, с какой ноги? С левой, да, мне надо раз, левую ногу. Чтобы с правой, мне надо перекинуться сюда. Либо в стену упереться головой. Либо я сюда навернусь, если начну переворачиваться, либо туда в стенку упрусь. То есть, ну, встать с другой ноги, это значит, ну, начать день с каких-то проблем, которых можно просто элементарно решить. Встать правильно, а не вот так сделать. Так у Бога есть вещи, которые он говорит, они работают, вещи, понимаете? Они где-то были заложены, и человеческим опытом определенным они, ну, влияют, ну, как-то на человека. Но не всегда они влияют на верующих, понимаете, да? И вернее, даже они никогда не влияют, потому что Господь Бог говорит верующим в Иисуса Христа, все содействует ко благу, да? Или там еще написано в Марка, в 7 главе, по-моему, написано о том, что на нас мало что влияет. А там о немытых руках Иисус говорил притчу, да, это фарисеи его атаковали, спрашивали, почему твои ученики, они руки не моют. Говорит, да, проблема-то не в том, что в нас входит, проблема в том, что с нас выходит. И вот эти проклятия, если они нас входят, проблема они не составляют. Составляет проблему потом, что из нас выходит. Если наше сердце ожесточенное, и мы оставляем место для вот этих вот оккультных вещей, то мы находимся под влияниями. В деяниях апостола в 19 главе 18-20 стихом написана определенная инструкция, как нужно поступать для церкви, да, тех людей, которые находятся в церкви, как нужно поступать с теми вещами, которые отвлекают нас от Бога. Не будет, да? Деяния апостолов, 19 глава, 18-20 стих. Вот. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силою возрастало и возмогало Слово Господне. Что нужно сделать, чтобы проклятия, которые влекут нас, не имели на нас влияния? Что? А? Отказаться от них? Не, написано, да, отказаться от них надо, но нужно еще открыть.
Потому что если мы не открываем какие-то вещи перед Богом, перед людьми, то они закрадываются в нас подсознательно, что мы даем себе место. Ну, то есть вот этим вещам еще, ну, никто же не знает, Бог не знает, братья, сестры не знают. Ну, лежит у меня книжечка оккультная. Ну, гороскопик я почитываю. Ну, проблема в гороскопе, что ли? Ну, нету проблем. Но если ты с утра прочитал гороскоп, и тебе скажут, что тебе сегодня возникнут проблемы, и ты будешь уделять внимание не тому, что тебе нужно внимательно ходить и искать людей, которым рассказать о Слове Божьем, а искать проблемы, которая тебя ждет на улице. То есть сегодняшний день твой пропал, а в последующем, возможно, что и ты пропал. Тебя лукавый обманет и завуалируют эти все вещи. И они будут действовать на тебя, ты найдешь себе эту проблему, поверьте. Но он говорит, да, в Деяниях апостолов говорится, да, нам о том, что они взяли и собрали эти все книги. Все эти. Они, некоторые пришли, рассказали о своих проблемах, а некоторые еще принесли книги, вот эти вот чародеи и там прочие, и сожгли их. И вот эти вот, вот эта цена 50 тысяч драхм. Как вы думаете, сколько это было примерно на наши деньги? А? Что-то около 5-6 миллионов долларов на наши деньги. Это не говорится о том, что они продали эти книги. Цену сложили не с того, что они там, ну, продали эти книги и деньги сложили, а в том, что они, когда эту кучу наложили, они пришли и говорят: слушай, вот это да, давай-ка посчитаем, вот эта книга столько стоит, вот эта книга столько стоит, вот эта книга столько стоит. Сложили сумму, когда уже все сожгли, и посчитали, и вот эта сумма была космическая по тем ценам. И сейчас мы боимся иной раз эти книжки продать. Потому что мы за них иногда платили такие цены, да, как-то вот Денис проповедовал о том, что к сестре пришел, да, и там действительно книг много оккультных было. Я встречался с этими моментами, то, что человеку, вот ему, он уже и верующий, и ему и эта книга на него влияния не имеет. Но заплатил же за нее цену, он просто боится с ней расстаться, потому что какое-то может быть, даже может быть и не цену там финансовую, а цену тому, что определенная часть жизни посвящена этим оккультным вещам. А я там, бабушка отдала мне книжку «Черная магия». Это из поколения в поколение передается в наше. Разве я ж могу предать свою семью там? Но я-то не верю в это. Да. Пускай она постоит просто как сказать, память или какая-то ценность, как сказать, художественная ценность, да, определенная. А Господь говорит, надо все разрушить языческое, вот эти вещи, которые в нас, все колдовство и прочее, это все языческие вещи, да, оккультные, почему мы читали, проводящие через огонь, и потом пошли все эти вещи, это все пришло не от Бога, а от языческих поклонений богам, которые, ну, которые не имеют силу нас, но имеют определенное влияние, закладывая смысл в информационное поле, вот это, которое создано между добром и злом, Богом и дьяволом, которые противостоят, и происходит постоянная борьба. Сатана, он хочет отвлечь нас от того, что Господь имел в нас, мы имели в Господе жизнь вечную. Вот так вот. И когда мы это понимаем, да, вот эти книжки продаем, когда мы принимаем покаяние, тут написано вот дальше, с такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. То есть, когда мы с этим расстаемся, Слово Господне, оно возрастает. И нам становится проще и свободнее и находиться, и общаться, и, как бы сказать, вообще жить проще. Когда что-то не имеет на нас влияния. Одна сестра, я ее очень люблю, и у нее как не спросишь, она говорит: вообще все слава Богу. Я говорю: все слава Богу. Она говорит: и проблемы слава Богу, и радости слава Богу. То, что приходят, я знаю, что сейчас хорошо пытался решить проблему, с кем я поеду. Я же забыл, что у меня есть соседи, которые меня довезут сейчас до дома.
А я пытался, машину отдал жене, жена уехала. Я думаю, как же я пойду, холодно на улице, проблемы, проблемы. Проповедь готовлю, а сам подсознательно думаю, так, аппарат позвонил, Воля, говорю, может, ты за мной заедешь? Он говорит, а я в больнице с папой, там, не знаю, успею, не успею, заеду. Я думаю, ладно, буду готовиться к проповеди, Господь усмотрит. Пришел сюда, сел, думаю, как же я забыл-то про Усмановых, что они могут, они рядышком зовут, довезут меня, наверное. Дал им. Слава Богу. И у меня есть вопрос к вам. Один человек, который, может быть, усвоил больше всех, даст ответ, как объяснить человеку об оккультных вещах? В двух словах как объяснить? Сможете, нет? Кто-нибудь? Значит, проповедь моя была напрасна, да? Как донести человеку, вот, который говорит, что вот то-то, 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 или говорит, тебе нужно пойти к бабушке, чтобы она тебя вылечила. Кстати, не закончила о проблеме, о том, что тот человек, который получил экстрасенса, и его он 6 месяцев не пил, он стал, на 4-м году он развелся с женой, и по прошествии 6 лет он стал жестким наркоманом. И я вроде бы нормально, меня бабушка исцелила. И я вроде бы как бы нормально, ну прошло там, сколько, 3 года было, мне прошло, ну 10 лет прошло, и в 13 лет я первый раз попробовал тяжелые наркотики в своей жизни. То есть у Господа за Его милость и благодать, которая обновляется в каждом дне, мы никакую цену не платим, а у дьявола приходится за это платить цену определенную. Либо той бабушке, которая ворожила, ей приходится эту болячку где-то, ну, на себя. Либо, ну как бы, знаешь, сегодня пришел наркоман или алкоголик, она его там пошептала, говорит, что ты иди, ты здоров. А следом приносят ей ребенка, который, ну, несознательно, она его лечит. А куда деваться вот это негативу, вот это, который в духовном мире висит? Оно никуда не деется, ей надо куда-то отдать. Либо кровью Иисуса Христа омыть, чтобы это все разрушилось. Либо оно никуда не деется, и она раз в меня заложила эти вещи. Я понимаю, что и эти проблемы изначально они были заложены во мне. И только когда я узнал Бога, и только в этом Господь меня освободил от этих влияний. Хотя я вот ходил все время рядом, 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 а что-то не давало, что-то какие-то, ну, какие-то отмазки я для себя придумывал. Все, говорю, да-да, все. Я понимаю, все верующие вокруг, я уже говорю, слушайте, вы меня окружаете, что ли, со всех сторон. Сосед верующий, мама верующая, этот сосед верующий, этот брат еще собрался, поехал на реабилитацию. Думаю, да что ж такое-то? Я понимал, что Бог, а что-то, ну, не давало мне прийти. И как объяснить человеку, что, как? Надо рассказать, что на меня вот эти все проклятия, все ваши колдовства и чары, они на меня не действуют. Потому что я нахожусь под покровом Всевышнего, за скалой Иисуса Христа, за вот этой кафедрой, в которой ветра и прочие ваши вот эти вот негативы, они все разрушаются. Все разрушаются. Но и самому самое главное понимать, что находиться нужно здесь, а не здесь. И когда ты думаешь, что ты уже нормальный, пойду-ка я посмотрю, что тут я все время нахожусь за скалой, да? Пойду я выйду, посмотрю, что здесь творится в этом миру. Не дай Бог закончить так, как закончила Лена. Потому что сходить посмотреть, понимая, что там-то лучше, но сюда хочется, не дай Бог, братья и сестры, нам, я лично себя касаюсь, не дай Бог нам такое любопытство проявить и коснуться этих оккультных вещей и дать повод, чтобы они повлияли на нас. Никакие гороскопы, никакие чародеи, гадатели и прочие, никакие черная магия, белая, она не имеет влияния на нас. Если мы находимся во Христе или находимся за Христом. И прийти человеку сказать, что если ты читаешь гороскоп и ты думаешь, что приметы влияют на тебя, тебе нужно прийти к Господу и отдать эти все проблемы. И сжечь все, что у тебя есть. И не хранить, и не просто сжечь вот, в буквальном плане эти книги, а сжечь все это из сердца. Выбросить и не оставлять возможности вернуться назад. Пусть Господь вас благословит. Если есть вопросы, можете задать.
Я закончил. Вот смотрите, касаясь Пальмиры, да, многие не понимают, да, о чем мы говорим. Мусульмане, они действуют по, они дети Авраама, да, от Измаила произошедшие, то есть рожденные от, не от воли Божией, а от желания Авраама с Сарой заиметь детей. Нет. Идолов сжигают, это... Это Господь заповедовал, сожгите идолов, ну, не ходите туда, не ходите, не, не делайте то-то, в языческие города не ходите, не связывайте, жен не отдавайте, дочерей, мужей написано, не отдавайте, ну, сыновей не отдавайте в мужья, не имейте связь определенную с этими духовными, и разрушьте написано, я не помню, кому там Господь сказал, по-моему, нет, не Аврааму, если, по-моему, Моисею или Иисусу Навину, я не помню точно. Не буду утверждать, но я вам говорю, разрушить, да, можно физически, можно, вот если какие-то есть сомнения, нужно разрушивать физически, потому они рождены от греха, и им, чтобы в этот грех не впасть, им надо разрушить эту Пальмиру, понимаете? Но если мы находимся во Христе, на меня Пальмира вот это вот не влияет никакого, значит, у меня одна ассоциация, учебник истории. Вот с этим амфитеатром, где там вот эти обложка учебника истории, больше ничего нету. А мусульмане, на них имеют влияние, им надо разрушить. Если на вас какие-то вещи имеют влияние, но их надо убирать. И вот эти книжки, я думаю, которые у вас стоят в шкафу, или гороскопы, которые вы читаете обычно в газете, их надо убрать из вашей жизни, да, как говорил профессор Преображенский, помните, да, собачьим сердцем, он говорит, не читайте газеты за обедом, а тем более советские, а лучше вообще никакие не читайте, потому что они имеют определенную информационную, этот, и когда вы кушаете, можете подавиться, и усвоение ваше пойдет. Мы лучше пищу благословим, помолимся, и усваивать будем ее легко в общении. И вот эти вещи, да, конечно, их нужно разрушать, может быть, не в физическом плане, а в духовном, и не имеет влияния оно на меня, понимаете, да? Есть еще вопросы? Ну, если нет вопросов, мы можем выйти, если у кого-то какие-то проблемы, можете выйти, мы помолимся всей церковью за вас, чтобы вот эти проблемы отпустили вас, чтобы вы не были подвластны вот этой магии, вот этому колдовству, определенному влиянию ее. Нет никого. Давайте тогда так помолимся, встанем. Аллилуйя. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Сына Твоего, которого Ты, Господь, дал во искупление наших грехов, и что Его драгоценной кровью Ты омыл нас от этих всех скверин, от всех этих проклятие от всех этих суеверий, Господь, что эта кровь и милость Господня, она обновляет нас в каждом дне. И каждый день мы можем приходить и узнавать, как нам действовать, Господь. Мы благодарим Тебя за жертву, за эту, Господь, что мы имеем прямую возможность обращаться к Тебе. Никаким гадателям, предсказателям, ворожеям не ходить, но приходить в Твое общение, Господь, иметь общение с Тобой напрямую. И Ты, Господь, благодарим Тебя, что говоришь наши сердца. Просим, Господь, дай нам слышать голос Твой, ходить под властью Твою, не отходить от слов, не обращать внимания на какие вещи, которые якобы влияют на нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты освободил нас. Благодарим Тебя за время, которое Ты нам дал на сегодня. Мы просим, Господь, благослови нас в остатки дня, на всю эту неделю, во всех наших служениях, во всех наших начинаниях, нашей семьи. Особо просим за церковь нашу, за служителей, которые служат на ниве Твоей. Прошу за Дениса Викторовича, за семью его. Благослови его в поездке, Господь. Дай мудрости нести Слово Твое. Благослови. Распусти нас с миром,
За все тебе слава, хвала, благодарение Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Благословляйте друг друга святым лобзанием, только братья с братьями, сестры с сестрами, не перепутайте. Благословений.